преддверии масштабного фестиваля. Бойкин фестиваль будет 9 минут из эфира, в котором приняли участие артисты лейбла. Так, сейчас. Вау. Пока докрутишь колесико. Так. Каждому отведен небольшой клип, контраст которым заметен невооруженным глазом. Будет плавать с вами, наращивать мышцы в зале. Облитый с ног до головы. О, Господи, Боже мой. Такой подход показывает всю грандиозность масштабности их объединения. Ой, ну вы вообще сегодня просто, ребята, в разнос ушли. И меня за собой тянет. А я такой хорошей девочкой была. Ладно, поехали, слушаем. Motherfuckers never thought I was the one to wait on. What do you think? I never stay calm. I bet you didn't think I'd make bombs. But every track I drop, napalm. Strike. Adaptation, I'm the proof. I'm the only foreign in the crew. I was there when there was just a few. But you think there's English in this tune? The principles are gonna turn away sadness. Since I was young, I was in it. We're never gonna be with it until it's done. And that's never forever immortalized. I went from city to city. I left my country. And they say I turned my back on it. I never took a crack at it. I never turned my back on it. But I diversified. Bitch. Не доверяю никому, кроме своей команды. Молоко велком. В переулке гирлянды мигалок. Дели банк или иди на банк. Лодка ставка, пачки мало бара. Ее цветки стреляют, как маузер. Детку крепят вместе с опиатом. Это крайняя дорога в ад. Связи слишком сложно выбирать. Ну, MyWay здесь вообще очень, мне кажется, будет выбиваться. Не знаю, как остальные. Не совсем его атмосфера и тематика, мне кажется. Мы слушали другие треки его, он вот в них, мне кажется, силен больше. Ведь тут не предложен оператор. Хватит звонить. Я не буду смотреть ей в глаза. Никто куска, это чайно там. Роза рубцом в район живота. Раздается, как колода карт. Таро. Маме много лучших, но они пиздят. Разговоры больше, чем товар. Мои куплеты, как вороны. Они летят во все стороны. Сорванный банк, делим поровну. Скурили лямы, нам все равно. Открываю двери храма всем. От Адама до Саддама. Кореш, я имею шрамы. Не зализываем раны. Не зови меня, бобой. Рок-н-ролла, будто Pink Floyd. Стая рядом, слышишь их вой. Я даю им мясо с лихвой. Они зовут меня Джимбо, выходец лимба. Подняты на руки или одеты на виллы. Сам себе выберу имя. Выберу имя, выберу имя. Пал с неба, теперь вмят в землю. Тени шепчут, но я не внемлю. Это долгий путь наверх. Словно первородный грех. Теперь поимей всех. О, этот город не мой, но он дал мне голос. Этот город не мой, он дал мне голос. Он смеется беззвучно между полос. Посмотри, он онемел, я реанимирую урбан на скорость. Ну как, самый новый дом бестактный. Вижу мусора гестапо. Видимо, хватило знаков. На сахара вовсем не сладко. Я душу себя пакетом. Веришь или нет, блядь? Я не могу трезво смотреть, как смыть не спас, блядь. Кемеровский пепел, давай, блядь. Каждый новый день стремится отнять. Я проживаю день, как будто Даня. Я не знаю, что меня ждет завтра. Слепой иду на запад. Этот город не мой, но он дал мне голос. Этот город не мой, он дал мне голос. Мое сердце внутри так полно борс. И лег на костер, неси бакфорс. Мы пожиратели смерти, суки, сам лезут нам в сети. Вот вам наши черные метки. Мы просочились сквозь клетки. Здесь у каждого свой интерес. Я снимаю кэш, она снимает мой стресс. Поднимаю бабки, вырастает пресс. На моем счету зарплата 6 нулей. Моя команда Акадский. Мы пилим долю по-братски. Большие залы, овации, я заказ.
позовет по рации, yeah. Мы в дороге под Агиваской, турим больше, чем Бонифаци. Мой бак потек, я наклею пластырь. Сики сюда, это бимпаста. Это Томми Паста. Еду через город на дело, в голове трипл сикс деми. Заливаю бак на соки своих денег, потом к моей бо, она показывает, что умеет. Hey, нет, я брожу за зеркалами, сзади стоят тени, но что же с ними стало? И все мои враги вдруг оказались истуканами. Часто за тому живете берег, как будто каменный. Hey, как можно жить с таким названием, когда его каждый второй не выговаривает? Нет, я буду делать, чтобы знали, ты помни мое имя и пиши его за главными. Я хочу, чтобы на моей семье сияли камни, чтобы близкие не нуждались, и сохранять суть, но оттачивая стамину, доставать АК из багажника Гелендвагена, yeah. Вы меня поняли неправильно, это те проблемы, от которых голова болит. Просто-напросто я не хочу быть заваленным, из горячих точек стволом, может, даже табельным. Нет, вы меня поняли неправильно, это те вопросы, от которых вся душа болит. Просто-напросто не хотел бы быть отравленным вашими словами или же другими ядами, yeah. Съем слиток золота, слиток золота, посолю, поперчу, абсолютно без чувств. Съем слиток золота, посолю, поперчу, абсолютно без чувств. Я хожу в одном и том же каждый день, ну давай найди кого-нибудь свежий. Да мне похуй, охладить или поджечь, да я ем твою мечту на обед. Где-то говорили, что я сделал проще тон. И вот треки для ротации, и вот тексты ни о чем. И он просто ебать, сразу видно, что мажор. Без чужих рекомендаций он сюда бы не прошел. Хоть бы сейчас не заблочили нас, не знаю, как-нибудь не подзакрыли бы. Потому что Маркулов всегда у нас с Маркулом не очень так дружелюбненько получается. Нам похуй на таких, как это. За небольшие дяди вагон запрета. Это проект, который прогорит за лето. Я на его концерт не подойду на метр. Именно поэтому мне предлагали 3 контракта. Но я выкинул их все, ведь так нужна команда. Это все происходило за полгода до БМ. Я с ними, потому что не хотел двигать ни с кем. Захочу, я буду петь фальцетом. Суки, трек за треком, весь текст об этом. Даже при таких во мне больше рэпа. Только вспомни, где я был еще прошлым летом. Перебив охрану, влезть на территорию богемской рощи. Или увидеть церемонию иллюминатов, приоткрыв пуки Кингемский дворец на ощупь. Или купив гранату, слив куб, завалиться бидерберский ночью поебать. Все это заведомо проще, чем вашим попасть на ВМ с тыночком. Ведь мы закрытый круг, и гринский клуб, и сити клуб, за сити. Я был GQ, когда солны мы ходили на труд. Дни бегут нынче, их лица в круг. Столицы юг, Санкт-Петербург, плюс уфимский грув. Из глубин сибирский круг. Самый странный рэп-игрок, ведь были популярны крэк и грот. Но вылез аутсайдер, червь, микроб, интернет-герой, гид секретных троп. Я ветеран, а ты вор, ты купил себе медали, но попса не хип-хоп. Сегодня каждый ты хуя гомофоб, но утфаги знают, кто кому клал ягоды в рот. Слышь? Иммигрант как Белик, на столе государь Макиавелли. У нас разные цели, твой рэп это Рамс на Афине. Максимум декаданс Аркелли. Я Маракеша в поисках откровений. Букинг как отели, машин как Гангели. Вдохновенный я сайкаделик. Я пример преемственности поколений. Внизу будь начеку, наверху смотри в оба. Протянешь сукам руку, откусь, а полуткатишь. Чтоб не быть закуской, как в антилопа. Найди верную кру, наверху одиноко. Внизу будь начеку, наверху смотри в оба. Протянешь сукам руку, откусь, а полуткатишь. Чтоб не быть закуской, как в антилопа. Найди верную кру, наверху одиноко. Все, да? Ну, смотрите, ребята, я в смысл вообще как бы особо не вникала. Ну, причем у Оксимирона больше, я имею в виду из текста, больше расслышалось всего и понятненького. А, честно, не знаю, я отключилась и просто получала вот удовольствие от просмотра и прослушивания этих всех треков. Выделяется, конечно, на общем фоне,
Pony My Ways и вот этот твит вот этот, я его не знаю, но он мне напомнил одного какого-то тиктокера, что блогера, какой-то очень такой смазливенький. Вот, эпично Луки Мэн вот этот, все, весь вот этот в кровяке. И, но часть Томас Мраз, вот этот, я, по-моему, откуда-то его вот эти фразы, про что они, господи, сейчас. Бонифаций, вот это я откуда-то слышала. Руки потёкнули пластами сюда. Паста, тон и паста. Я это где-то слышала. Не припомню, где сейчас. Такой переход очень интересный, контрастный. Но по... Не знаю, конечно, как по мне. Может быть, это отличительная черта Оксимирона. Он здесь, на мой взгляд, лично, на мой взгляд, ярче всех выглядел. Я вот так скажу. Ой, подождите, ребята, у меня что-то прям вообще моя копчиковая часть затекла. Как-то я прям вросла все сиденья. Ну, в общем, красиво. Не то, что красиво, это круто. Камикадзе, то, что мне прислали. Спасибо. Я прям кайфанула. Я как бы не любитель, ну, не то, что не любитель, это вот хоть не мое, не близкое ко мне направление, но я как-то отключилась, я просто думаю, так, мы слушаем, смотрим и получаем удовольствие. И честно так. А, окей, походу, вот про что я и говорила. Блин, как меня слышно, как видно? Мы живы? Ну, вот это нас отключили. На каком моменте, скажите, прервалось? Потому что я тут уже очень долго разговариваю. На каком моменте остановилась? На Маркуле? Сто процентов. Вот прям вот 200% даешь ты на нем. Перетокси на Маркуле. Прекрасно. Вот я сказала, у него вот почему-то на все идет блок всегда. На каждый трек. У меня, по-моему, ни разу еще не было его трека, какой я не прослушал. Неважно, это песня или клип, а клип это зачастую всегда. Идет блок. Вечные какие-то нескончаемые авторские права. Ну, ребят, я сейчас что предлагаю? Так как мы часть Оксимирона не послушали, сейчас послушаем, чтобы хотя бы чуть-чуть стрим сразу не завис опять заново. Слушаем сейчас просто трек другой, и потом предлагаю вернуться именно на часть, где Окси зачитывал. Забавно. Вот я, потому что я уже настолько выучила, что с Маркулом, как бы там какие классные треки не были, ну блин, вот его постоянно блочит всегда у нас. Ну я вот сейчас, идите заново сами Маркулу слушайте. Нет, это я предлагаю, я не знаю, потому что просто заказывали же Оксимирона. Я, в общем, дослушала все до конца, я очень много тут говорила. И скажи мне, что... На то, что, на мой взгляд, из всех этих вот в этой коллаборации ярче всех, на мой взгляд, показался по харизме, не знаю, выделился Оксимирон. А слабее, ну не то, что слабее, менее ярче, возможно. Но мне кажется, не совсем в своей вот стезе, не в своем стиле. Это My Ways. И выделился вот этот твит, который похож на какого-то мальчика-тиктокера. С Валей Карнавал, который там сейчас мутит, не мутит, не знаю. Внешне чисто. Вот, поэтому... Ну, часть Оксимирона, я говорю, я отключила вообще голову, я получила удовольствие от прослушки, но как Оксимирон, Оксимирон как будто вообще вдруг. Я расслышала, во всяком случае, у него, что он повествовал. Остальных как-то у меня вот слилось все. Вот, поэтому... Поэтому так.